Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Двухкомнатную квартиру сегодня с вами посмотрим в Ленинском районе, в кирпичном доме. Хотели кирпич? Вот вам, пожалуйста, вот такой дом. Дом свеженький, 10 лет дом у нас получается. Сразу обратите внимание, у меня за спиной магазин «Центр Торг». Как уже сказал, Ленинский район, 65 квадратных метров. Ну, как обычно, давайте прогуляемся по придомовой территории. Так, ну и пока гуляем, расскажу вам немножко по месту. Ох, ветерок у нас сегодня такой сильный. Не знаю, как меня слышно. Раз, два, три, даю пробу. Костя, как слышно? 3, 2, 1, прием. Улица 121-й стрелковой дивизии, дом 11-Б. Небольшая детская площадка присутствует. Ветер вроде бы как бы поменьше, домами закрывает. И даже солнышко выглядывает. Да, вот такая небольшая детская площадка с парковочными местами. Все очень плохо, как видите, к сожалению. Ничего с этим тут не придумаешь, ничего не поделаешь. Придомовая территория, в принципе, чистится, убирается. Вроде бы неплохо все. Так, что у нас насчет школ, детсадов? Школа минут, наверное, 7 ходьбы. 14-я, если не ошибаюсь, это на пересечении Колесниченко и Моисеева. Детский сад, 174-й ближайший. До цирка, я не знаю, ну, наверное, минут 10. Пешочком от нашего дома. Ну, магазинчик «Центр Торг» я вам уже показал. Прямо за нашим домом находится. Так, ну, в принципе, что тут у нас еще? По благоустройству придомовой территории больше особо-то ничего не скажешь. Страсть какая у нас с парковками, к сожалению. Все прям грустно, все очень плохо. Солнышко выглядывает. Ну, еще как бы прохладно, ветерок еще. Еще пока не весна. Так, ну пойдемте теперь саму квартиру посмотрим. Так, вижу камеры наблюдения у нас на доме. Хорошо. Так, просите подъезды показывать, смотрите, ничего здесь особо, все в обычном состоянии, дому 10 лет, вот и камера наблюдения. Так, два лифта, один грузовой, один пассажирский. Так, друзья, 9-й этаж у нас, тамбур на 2 квартиры. Пожалуйста, здесь какие-то шкафчики, велосипедики, вот соседская дверь у нас. Так, ну, наша входная дверь самая дешманская, Китай. Конечно, нужно ее менять однозначно. Так, и давайте по планировке. 65 метров общая площадь квартиры. Прямо зал, направо комната, санузел, налево еще один санузел, и там уже кухня. Ну, давайте по порядочку и начнем. Вот такой вот холл. Квартира у нас, я бы сказал, требующая ремонта. Все от застройщика, дому 10 лет. Конечно, все тут по-хорошему. Ну, обои однозначно менять. Потолочки, видите, просто побелка. Лампочка Ильича тут. Линолеум, да бог его знает, может, еще и послужит, по сути. Если все отмыть, привести в божеский вид, может быть, с этим линолеумом можно как бы и пожить. Ну, а в идеале, конечно, уже под себя и линолеум поменять. Так, ну вот здесь, видите, да, даже следы у нас остались. Вот здесь стоял такой какой-то небольшой шкаф, наверное, купе. Ну, в смысле, не купе, а, наверное, просто какой-то шкафчик здесь стоял. В принципе, он здесь, по сути-то, и напрашивается, да, такое местечко как раз. Вот она, входная дверь. Вы зашли и сюда свои вещи повесили. Так, ну, вот тут как бы громоздить, ну, мало совсем местечко, поэтому... В идеале, наверное, только здесь получается, потому что здесь вот по ширине как-то более-менее шкафчик какой-то небольшой встанет. Ну, а больше как бы некуда. Вот с этой стороны, может быть, какой-то, я не знаю, пуфик можно было бы поставить, чтобы сесть, разуться. Дальше с вами двигаемся. Давайте слева направо начнем. Здесь у нас один из санузлов. Ну, двери тоже, видите, Г. Ну, что есть, то есть. Здесь у нас покраска, умывальничек и туалетик. Счетчики на воду стоят, пластиковые трубы. Ну, все такое, видите, как бы уже за 10 лет, конечно, поизносившиеся.
Ну, плиточку на полу, наверное, можно еще оставить, а здесь, конечно, все это дело нужно доводить до ума. Как бы затратная часть. Туалет — это наша затратная часть. Наверное, самое затратное будет, да, санузлы и плиточку положить как бы не очень дешево. Так, это у нас кухня. Кухня у нас получается 13,5 квадратных метров. Прям такой четкий квадрат. Давайте еще раз вот отсюда вам покажу. Прям четкий квадрат. Размер кухни, ну, такой, скажем, неплохой. 13,5 квадратов. Обычная старая такая мойка стоит. Ну, по кухне сами можете здесь, да, посмотреть. Вот здесь, наверное, скорее всего. Нет, холодильник, наверное, нет. Ну, наверное, скорее всего, угловая кухня. Здесь уже холодильничек. Электроплита, прошу прощения, дом 17-этажный у нас. Электроплита. Ну, в принципе, сами подумайте, как здесь можно кухонку разместить. Наверное, все-таки угловую, да? А по этой стороне у нас что? Можно, наверное, телевизор замастерить туда на стену. Столик поставить. В принципе, размер кухни такой достаточно неплохой. 13,5 квадратных метров, поэтому тут уж можно как-то разместиться. Для двушки вполне себе нормальная площадь кухни. Так, ну пойдемте выйдем на балкончик. Балкон, лоджия, небольшой. Так, и вот туда вот у нас прямо, это получается у нас как раз-таки улица Моисеева, как раз-таки там вот наш Воронежский цирк. Давайте обратим внимание на придомовую территорию. Вот он, магазинчик «Центр Торг», мимо которого я проходил, когда начинал наше видео. Еще одна детская площадочка небольшая. Пивоварня, пожалуйста, вам. Свежее пиво, вяленая рыбка написано. Для любителей, кто хочет, пожалуйста, можно. Можно вам туда будет похаживать. Ну, кто любитель, естественно. Планировочное решение такое, в принципе, ну, нет такого прям четко в окна, да? Вот видите, прямо четко на улицу Моисеева. Еще раз покажу вам наш балкон. Так, пойдемте дальше. Кухню посмотрели. И перемещаемся с вами в зал. Зал 19 квадратных метров. Такой несколько неправильная форма. Эркер называется. Под каждым окошечком у нас, как и положено, радиатор отопления. Окна пластиковые, но старенькие, да? Ну, видимо, как от застройщика они шли. Вот такие окошечки у нас были от застройщика. Так, и еще у нас осталась одна комната. И еще одна комната у нас. 13 квадратных метров спальня. Такой ровной квадратной формы. Все то же самое. Старенькие обои, старенький линолеум. Как бы тут ничем вас не удивлю. Окна пластиковые, также у нас от застройщика. Радиатор отопления. Больше как бы нам тут смотреть с вами нечего. Смотрите, какая классная, хорошая, глубокая, вместительная кладовка. То есть можно ее легко использовать как гардероб. Сделать какие-то здесь вешалочки, полочки, может быть, да, и в принципе, ну прям хорошая на самом деле, глубокая. Здорово. Так, и что, и у нас еще один санузел остался. Еще один санузел. Так, туалет видим, есть, счетчики на воду стоят, раковина и ванна. Если в том санузле у нас прямо раковина и туалет, то здесь у нас еще ванна. Помимо раковины и туалета, ну, как красочка, видите, да, уже все как бы начинает облазить, дому 10 лет, поэтому, конечно, работы тут много предстоит будущему собственнику. Пластиковые трубы. Подводка к сантехнике. Да, друзья, чуть не забыл, у нас на лестничной клетке вот тут вот есть кладовочка. Ну и подытоживаем, друзья. 65 метров общая площадь квартиры, 32 жилая, 13,5 кухня, что я считаю, в принципе, неплохо для двухкомнатной квартиры. Нормальные такие метражи, нормальная такая, в принципе, неплохая планировка. Дому 10 лет, дом кирпич, по месту. Еще раз вам покажу. Вот, четко туда прямо у нас наш как раз-таки Воронежский цирк. Школа, детсад, уже сказал, 7-8 минут ходьбы. Магазин, вот он, пожалуйста, Универсам Центр Торг у вас прямо во дворе.
С парковочными местами беда, но это беда в принципе всех наших застройщиков. Состояние квартир, вы сами видели, требует квартиры ремонта, безусловно. По коммунальным платежам не подскажу. Контакты специалиста, который у нас этот объект недвижимости ведет, под этим видео. Пожалуйста, вот эти все моменты уточняйте. Стоимость нашей квартиры 3 300 000 рублей. Но мы торгуемся. Соответственно, также по поводу торга все вопросы можете задавать по тем контактам, которые вы увидите под этим видео. Оксана зовут специалиста, поэтому все вопросы вот туда, к ней. На этом буду закругляться. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Пока-пока. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества.